Для хорошей рыбалки, помимо хорошей наживки, важно иметь с собой удобный рюкзак и комфортную табуретку. Предлагаю отличный вариант 2 в 1. Стул-рюкзак 5 вечер. Это одновременно и просторный функциональный рюкзак, и удобная и надежная табуретка. Рассмотрим 5 вечер подробно. Начнем с табуретки. Табуретка крепится к рюкзаку в 4 местах при помощи ремней. Если есть необходимость использовать табуретку и рюкзак по отдельности, ремни легко распускаются и табуретка снимается. Сама табуретка представляет из себя две перекрещенные алюминиевые рамы, соединенные между собой в центральной части и в верхней части при помощи сиденья. Сиденья табуретки выполнены из плотного прочного полиэстера. Сиденье двуслойное, верхний слой имеет вставки из плотной, но в то же время мягкой ткани, обеспечивающей максимальный комфорт. По краям сиденье обстрочено стропой. В боковых и центральной части идут строчки для придания общей жесткости всей конструкции. Табуретка Петриче легко складывается и в сложном состоянии обеспечивает дополнительную жесткость спинки рюкзака. Также жесткой спинке придает пластиковая пластина, находящаяся внутри, а также два дополнительных ремня, натяжение которых можно отрегулировать. Лямки рюкзака имеют изогнутую анатомическую форму. Внутренние и боковые части лямок покрыты мягкой сетчатой тканью, что особенно актуально в жаркую погоду. Лямки регулируются по длине, и для этого на концах лямок имеются удобные петли. Также в центральной части лямок есть две прорезиненные петельки для крепления дополнительного оборудования. Объем рюкзака 35 литров. Рюкзак имеет верхнюю загрузку и закрывается при помощи крышки и двух фастексов. Под крышкой находится вставка из плотной ткани, позволяющая увеличить объем рюкзака. Вход в рюкзак затягивается на шнурок. По бокам крышка рюкзака выполнена из плотной резинки, надежно защищающая содержимое рюкзака от непогоды. Если есть необходимость утянуть объем рюкзака, это можно сделать при помощи центральных строк, а также при помощи боковых регулирующихся строк. С обратной стороны крышки рюкзака находится просторный карман на молнии. Молния надежно защищена клапаном из ткани, не позволяющим дождю попасть внутрь. С обеих сторон рюкзака расположены карманы на молнии. Карман имеет расширяющуюся конструкцию за счет дополнительных вставок из ткани. В нижней части находятся еще два небольших кармана на резинке. В верхней и в центральной частях рюкзака расположена известная система Мале. При помощи нее можно закрепить на рюкзаке любые дополнительные подсумки. В центральной части рюкзака находится просторный карман. Его особенность заключается в том, что карман полностью отстегивается. И при помощи регулирующейся стропы карман можно носить как поясную сумку. Сумочка состоит из двух отделений. Первое просторное отделение на молнии. И второе – специальное отделение для хранения рыболовной снасти. Оно состоит из двух расширяющихся карманов, нескольких резинок, а также специальной прорезиненной ткани для хранения крючков. В верхней части расположен крючок для ключей. Если сравнить Петриче с нашей самой популярной моделью Fischer Stuhl, то легко заметить, что табуретка Петриче выше, а сиденье более широкое и, соответственно, более удобное. И если рекомендуемый вес, который выдерживает Fischer Stuhl, 90 кг, то Петриче выдерживает до 120 кг.
конструирование Petri Chair Татонка учла все пожелания наших покупателей. Это и просторный рюкзак, и комфортная широкая табуретка, и разнообразные возможности хранения рыболовной снасти. Оцени и ты удобство и функциональность Petri Chair.